Всем здорово! И это снова метро Last Light. Очередная серия прохождения на моем канале Free Gaming. Начнем, пожалуй. Здесь ничего нет, ничего я здесь не вижу интересного или хорошего. Так, какая-то дверь. А, ну тут ничего нету, значит, нам сюда. Что это за девка-то? Заложница. Пригодится для переговоров с орденом. Смотри, чтоб в противогазе была. Если заразится, ей хана. А дохла, ей грош цена. И что с ней делать? Запретельно. И глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Вот скотина. Волнуйся, Анька. Я тебя спасу. А потом, может, и еще раз спасу, еще раз спасу. Буду спасать, пока не устану. Крысятина тут бегает. Да что ж вы творите? Простых людей убиваете. Так, надо спасать простых людей. Называется? Палачи! Мы выполняем приказ. Охренеть, они их расстреляли, я не успел. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомись! Эй! Эй! Мужик! Ближе подойди. Ну? Я уже, похоже... Да-да, ты уже похожа. Так что, слушай. Красные знали... Знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже... С огнеметами. Это они... Они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи, это они... Они. Да, жалко мужика. Ну ладно. Так я не понял, мне что тут, в противогазе надо ходить или нет? Не ясно. Шкафы закрыты. Меня уже увидели, что ли? Ладно. Потерь! Так, поснайперим чуть-чуть.
Ах ты, гад! Отомстим, Котре! Давай же быстрее! Теперь тебе крышка, гад! Да я это уже слышал миллион раз. Пока что это живой. Свой РПК не поменяю на это. Наших бьют! Прижим! Потери! Кто? Я его... Теряем людей! Отомстим, Контре! Товарищи! Я его прижал! С какой стороны ты меня прижал? Теперь тебе крышка, гад! Найдем обязательно. Фарш превращу. Спокойно, товарищи. Нету. Нету. Есть. Дебил. Так. Кого-то убивают уже по полной. Так, а это походу один из тех чуваков, которых Корбут инструктировал насчет этого. Ну, насчет там какой-то операции интересной. А, ну ачивку выбил и хорошо. Как говорится. Зажигательная! Интересно, а здесь тогда что? А, ну тут обходной путь, типа. Что тут? Да, но мне, конечно, сложно, капитан, потому что Ржави, у меня ни одного при попытке бесшумного оружия нету. Преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшин. Убит! Тревога! Ищем его! Что такое? Аспор не найдете. Где же он? А если найдете, прячется. То я вас зарежу. Сейчас, сейчас! Эй, ты кто там? Стой, где?
никого нет. Эх. Никуда не денется! Найдем! Отлично! К бою! У нас гости! Тревога, брат! Ах ты ж ё! Давайте попробуем. Сейчас, сейчас! Спокойно, товарищи! Так, ну и сколько у меня здесь зарядов к нему? Найдем обязательно! Так... Так, двинули! Ищем! Не лезьте на рожон! Просто это оружие я еще могу найти по игре. А... Так-так. Хелсинг, может, и не найду. Тем более, когда я проходил метро 2033, я его не использовал почти, потому что, ну... Мне не нравится, но все-таки нужно показать, что это за оружие такое. Тут вроде никого! Ну что, вперед, товарищ! Кто-то есть вроде. Аккуратно! Ну, я хрен его знает. Вроде понятно, понятно. Никуда не денется, найдем! Здесь он! Гранатами его, заразу! Спалим гада! Прижал его! Не, ну в принципе, как бы оружие неплохое. Вот он! Гранатами его, заразу! Спалим гада! Нету. У нас потери! Так. Ну чё? Так кто там светит? Он чё, через стену лазером светит или чё? Тревога! Враг! Ах ты ж еб... Ищем. Пошли. Эй, Контра, сдавайся. Гарантируем тебе суд по законам революционного времени. Не-не, ни хрена, ребята. Ищем его. Вот же. Со мной такие штуки не проходят. Но мне вот это бесит. Где они? Найдем обязательно. А вы-то найдете. Перезарядка! Ну не дебила. Ну это пока. Пока что. Оружие на время. Тут сайга попадается. Ух ты, да, это...
А нет, найдем обязательно. Здесь он! Потери! Готовы, ребята. Ну, эту хрень не открыть. Так. Ну, здесь я был. Эпидемия. Написано кровью. Так, заметки, да, что-то они давненько не попадались. Вот, значит, идем сюда. Интересно, именно на этом уровне, вот на этой станции, много пистолетных патронов дают. Проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. А что за девку повели? Да, да это Лесницкого, бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Залить что репряжку? Ремень-то кожа хорошая. Кабелев кусок был. Так. Конечно. Еще попробую убить. Блевану. Главное, чтобы наша кинза обещала. Что ужас-то? С мертвыми лучше работать, чем с живыми. Черт! Тут живая! Дадим, черт, жги его! Тихо! Побольше лей! Побольше! Ой, чтобы дотла! Ужас. Начальство какой. Далеко. И чтобы закурить. Не жизнь, малина. Что? Ничего, мужик, все хорошо. Все просто замечательно. Гадость. Смотрите, горящий скелет. Прикольно.
светит лазер. Сейчас мясо будет. Анкарджо! Чардж! Обходите! Готовы, ребята. Так, что за этой дверью? Опа! Тревога! В жопу. Не дергайся, а то глотку ей перережу. Заранее, значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Предлагаю сделку. Снимай противогаз. И я ее отдам. Считаю до пяти. Артем, не надо! Нахрен тебе! Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! А что мне, противогаз надо было снять? Что так, что так? Там Ганза! И наши! Давай быстрее! Анька! После такого... Не могу быть заражен. Черт, это же рейнджеры! Артем, я здесь! Они же без масок! Противогазы, скорее! Все будет хорошо. Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. Если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Да, вот такой вот печальный, ну пока что не финал, но... Можем мы заразиться. У меня такое предчувствие... Что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Тебе лямка это спадает. Так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Да, Анечка. Хочется почувствовать... Оу. Почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Давай, сейчас как прикоснусь. Так... 18+, ребята, зона 18+. Фух. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Она сумасшедшая, но я терпел. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим Аней ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Вот здесь все и происходило.
Бля, на этому мужику глазки строит. Шлюха. Иди сюда, доченька. Не смотри, не смотри. Странно. И не говорит там, больше папа? Ни слова. Что? Ничего. Все хорошо, все хорошо. Ты. Кого повезли? Не видно тебе. Ух ты, какие-то. Да разве поймешь? Вроде из восьмого. Точно из восьмого. Семецкий, Юрка. Да, истории про Юрия Семецкого существуют даже в метро. Тут крематорий у нас. Все цивильненько, нормально. Не плачь, Саша. Вам это так не пройдет. Что делать, доктор? Что делать, что делать? Вы не хуже меня знаете течение болезни и прогноз. Сашенька. Знаю. Не плачь. Все знаю. Но как же так? Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Я тоже зайти хочу. Да, да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. При выходе тут уже трупов на кишки разбирают. Если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Так что, выдыхается такая эпидемия? Похоже на то. Давай смотрим. Вы могли выделить возбудитель? Что мы имеем? И да, и нет. Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вероятность. Безысходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые 2 дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь 2. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Все понятно. На основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас? Сейчас мужика резать будут, как да, свинюшку. Оружие. Мы пойдем я дальше. На всякий случай дам указание просить страны. Проходите! Ну спасибо, мужик. У нас тут всех уморить решили. Получи! Получи! Мне уже пропустите меня! Пропустите! Разойдитесь или стойте, не могут! Стой! Стой! Стой, кому говори! Нахера полез? Вот пора! Говорили же, стоять! Точно, мужики! Каждый день такое! Каждый день! Сколько можно? Так, 1 вольтметр показывает 200 вольт, второй 250. Что это за показания? Я не знаю. Вот что мне нравится в метро, что здесь интуитивно понятно, куда идти, что делать. Ну, не везде, конечно, но в большинстве мест. То есть, за это игре огромный плюс. Да, вот это, конечно, просто 90% антибеспечности. Бензин рядом с огнем, да еще и огнетушитель, который может разорвать. Просто. Здесь какие-то Чаки Норрисы живут просто, я не знаю. Как так можно быть такими беспечными людьми? Проходите, проходите, здесь нельзя. Так, это напоминает мне какую-то другую игру. Не знаю какую, но напоминать. А, кстати, в этом. Blacklist, Splinter Cell. Да, там чуваков такие. Тоже красные и зеленые глаза такие были.
хрена себе тут грибов понавыращивали. А грибочки-то радиоактивные. Артём, я здесь! О, рад. Чувак, очень здорово. Рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Пошли. Погодите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин. Даже не выживет без него. Купите еще. Нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? За него же Ганза берет. Ну пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее убежище. Я сказал, назад. Чтобы вы подохли здесь, да? А туда пройти нельзя? Молодой человек, вы видели, что творится? Даже за инсулином не пускают. И купить я не смогу, ведь все, все осталось дома. Выручите, а? Ну, держи. Даже не знаю, как вас благодарить. Я навек ваш должник. Я по поводу вещей. Вещи мои, вещи где? Вещи мои где? Памятку перечитайте. Евреи даже в метро встречают. Вещи мои где? Ну давай мне вещи. И деньги давай. Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилин. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что? Товар весь остался. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Побежал, как дурак. Чего дома не сиделось? Артём, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни боеприпасы и запас фильтров. О, фильтры. Кто за планы еще у нас? В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры оказались. Подходи, рейнджер, поторгуем. А чё они вообще в бой пошли? Так. Что до нас, что до беженцев этих. Отличный патрон, патрон, мощный. И очень выгодно получается. Покупай, лучше цены тебе никто не даст. На словах не обещали ничего. На что они рассчитывают-то? Отборные шарики, недорого. Выгодная покупка. С самого начала не влезет столько. Какими такими? С красными. Есть ножи метательные, недорого. Да нет, гранаты, очень выгодная цена. Есть зажигалки, лучшее средство от конкурентов. Ё-моё, эту пушку еще оттюнинговать можно. Давай, рейнджер, подходи. Ни хрена себе. Дульный тормоз компенсатор снижает отдачу, значительно облегчая ведение прицельного огня. Но 75 патронов за эту какую-то балду я не собираюсь отдавать. Так, пулеметную СМ, ударно-спусковой механизм без разобщителя позволяет вести полностью автоматический огонь, повышая при этом скорострельность. Так, а это чё? АЛЦУ, увеличенная патронная коробка. Увеличенная коробка для ленты вмещает в 2 раза больше патронов, позволяет значительно дольше вести огонь из образца. Ну, в принципе, здесь можно из этой хрени сделать полноценный пулемет. Но... Нет, скорее всего, не буду. Так. Вот. Да, это я протюнингую. А удачи в бизнесе, рейнджер. А сейчас пришли себе. Подходи, рейнджер, подходи. А тут уже мы, есть отличные образцы. Так, ну и сейчас вот начинается, как Хан нам сказал, не близкое путешествие. На этом моменте я серию заканчиваю. Всем, кому она понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой фригейминг канал и пишите к видео свои комментарии, я их обязательно прочитаю, оценю. Пишите, что бы вам хотелось видеть на моем канале.
Все пожелания будут учтены. Так что, ребята, спасибо за то, что вы меня смотрите. Всем удачи, всем пока.